Здравствуй, Итан. Здравствуй, Тамер. Добро пожаловать ко мне в гости. Я так рад вас видеть. Весь год я наблюдал за вами и вашими успехами. И очень ждал нашей встречи. Мне не терпится показать вам свой дом и рассказать, как я готовлюсь к Новому году. Знаете, где мы с вами находимся? Это конюшни, где живут и отдыхают мои верные помощники. Тройка замечательных, резвых скакунов. Каждый год я запрягаю их в свои сани, и мы вместе развозим новогодние подарки всем детишкам в мире. Итан, Тамер, хотите увидеть секретное место, где я создаю все новогодние подарки? Тогда идемте со мной. Это моя мастерская новогодних подарков. Здесь я создаю самые разные подарки. Игрушки, куклы, машинки, конструкторы. Итан, Тамер, вам, наверное, интересно узнать, как я успеваю сделать столько подарков? Конечно, я все делаю не один. У меня есть помощница, моя внучка Снегурочка. Давайте позовем ее. Она так вам обрадуется. Снегурочка, внученька, спустись ненадолго. У нас гости. Бегу-бегу, дедушка! Я как раз закончила составлять список детишек, которым мы доставим подарки в этом году. Здравствуйте, мои дорогие! Как же давно вы не виделись! Я так рада, что вы заглянули к нам в гости. Мы вас очень ждали. Снегурочка, давай покажем, как устроена работа в нашей мастерской. Конечно, дедушка. У нас здесь столько всего интересного. Мишулк! 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 Ребятки, посмотрите сюда. Здесь находится мое изобретение. Чудо-машина. Она сама упаковывает подарки в красочные коробки, украшает их разноцветными ленточками и бантиками. Так, кто это у нас тут? Шубовка. Давай. Пёсик. Похоже, в Новый год кто-то обречёт верного друга. Итан, Тамер, вы наверняка хотите спросить меня, откуда мне известно, какой новогодний подарок мечтает получить каждый ребенок? Сейчас я вам все покажу. Здесь у меня хранятся специальные карточки.
С их помощью дедушка знает все о каждом подарке. Давайте найдем вашу карточку и вместе посмотрим, какие подарки вы желаете получить в этот Новый год. Давай посмотрим. Так. Кажется, это она. Чтобы увидеть ваши подарки, нужно воспользоваться нашим волшебным устройством. Вот и вы, мои милые детки. Какие же вы хорошенькие! А вот и ваши подарки. Сёлки это мои. Эти подарочки вы хотите получить на Новый год? Все ваши желания обязательно сбудутся, если быть добрыми, послушными детками и делать много хороших дел. Как думаете, в этом году вы заслужили свои новогодние подарки? Мы с вами обязательно это проверим, но чуть позже. А пока давайте попрощаемся со Снегурочкой, и я покажу вам еще одно секретное место в моем доме. До свидания, дорогие мои! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Буду с нетерпением ждать нашей встречи в следующем году! Ребятки, мы с вами находимся в моем кабинете. Это мое любимое место в доме. Здесь я провожу много времени за работой. Среди всех своих дел больше всего я люблю читать письма и рассматривать рисунки, которые присылают мне ребятишки со всего мира. Письмо я не оставляю без внимания. Каждое с удовольствием читаю и берегу. Итан. Тамер. Кажется, среди них должно быть и ваше письмо. Смотрите. Вот оно. Спасибо вам, мои золотые, что не забываете про меня. Мне было очень приятно получить ваше письмо. Обещайте, что напишите мне и в следующем году.
детки, посмотрите сюда. Это моя волшебная библиотека. Здесь хранятся особенные книги о каждом ребенке на свете. С помощью этих книг я знаю про все самые важные и интересные события, которые происходят в жизни детишек, про все их успехи и достижения. Итан, Тамер, давайте я найду вашу книгу, и мы вместе ее посмотрим. Давайте скорее заглянем в нее. Какие же вы красивые и добрые детишки! Вижу по вашим глазкам, что вы очень умненькие. Вижу, вы любите гулять и проводить время на природе. Это очень похвально. Вы достигли больших успехов в спорте. Умнички! Я так горжусь вами! Итан, Тамер, помните, я говорил вам, что приношу подарки только тем деткам, которые послушно вели себя и делали много хороших дел? Я уже знаю, какие новогодние подарки вы мечтаете получить. Но чтобы понять, заслужили вы их или нет, мне нужно проверить, как вы вели себя в этом году. Пойдемте со мной, я покажу вам, как мы это сделаем. Сейчас вы увидите кое-что интересное. Это мое волшебное устройство. Определите поведение. Нужно положить в него вашу книгу, и оно тоже покажет, сколько хороших и плохих поступков вы совершили в этом году. Ну что, вы готовы проверить? Волшебные шарики. Нет. За каждый хороший и добрый поступок вы получаете зеленый шарик. А за каждую шалость или каприз красный. Так. Ребятки, в этом году вы были послушными детками и делали много хороших дел.
давно. Иногда случались шалости и капризы. Ага, да. Вы согласны со мной? Нет. В Новый год я принесу вам подарки. Но вы должны пообещать мне, что в следующем году шалить и капризничать будете меньше. Обещаете? Обещаешь ты мне? Я буду приглядывать за вами. Не будет. Вот сейчас Дед Мороз не будет приносить вам подарки. Дорогие мои, знаете ли вы, что в вашей жизни есть кто-то, кто очень-очень сильно любит вас? Это ваши мама и папа. Они всегда переживают за вас и желают вам только самого лучшего. Берегите их. Не обижайте, не расстраивайте. Ведь вы самое ценное, что есть в их жизни. Мои хорошие, к сожалению, наша встреча подходит к концу. Мне нужно запрягать свои сани и вновь отправляться в путь, чтобы успеть доставить новогодние подарки всем детишкам в мире. Я обязательно загляну и в ваш дом. Я оставлю под елочкой ваши долгожданные подарки, как и обещал. Итан, Тамер, я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы Новый год принес вам много счастья, радости и улыбок. Пусть будут здоровы и счастливы все ваши родные и близкие. Ведите себя хорошо и никогда не сдавайтесь перед трудностями. Мы обязательно встретимся в следующем году. Я буду присматривать за вами и очень ждать нашей встречи. До свидания, Итан. До свидания. Тамер. С Новым годом!